На самом деле очень интересное мероприятие, особенно для тех, кто никогда не занимался ни рукопашным боем, вообще никаким видом спорта не занимался. Очень поучительное мероприятие. Благодарим за это мероприятие, проведенное в нашем спортзале. Нам очень понравилось. Сегодня мы как бы узнали способы самообороны, и это очень полезно. Про проект «К победе вместе» мы узнали в этом году и решили в нем поучаствовать. Очень нам понравился мастер-класс. Было на нем более 50 студентов. Все они с восторгом, мне так кажется, наблюдали за выступлением спортсменов. Понравилось и нашему руководителю, директору колледжа архитектуры строительства номер 7 Корсакову Сергею Владимировичу. Он выражает большую благодарность проекту «К победе вместе», как и мы, педагогический коллектив нашего колледжа. «К победе вместе» сегодня провел очередной мастер-класс в школе номер 7. Я горжусь своим проектом, потому что за год мы отработали 10 000 детей, показали мастер-класс и мотивируем их на здоровый образ жизни.